Выставка «Рукам работы, сердцу радость», в которую вошли изделия симбирских мастериц, открылась в Доме музея Владимира Ильича Ленина не случайно. Рукоделие в семье Ульяновых всегда ценилось. Хозяйка дома Мария Александровна сама была прекрасной рукодельницей. По воспоминаниям Марии Ульяновой, сестры Владимира Ильича, дети умели подрубать носовые платки, вязали, ставили заплатки. Теща Ленина вспоминала, что, скажем, если у Владимира Ильича отрывалась пуговица на сюртуке или пальто, он довольно мастерски пришивал ее всегда сам и делал гораздо лучше, чем Надя. Это все уроки Марии Александровны. На выставке впервые представлены образцы симбирской вышивки XIX века. И некоторые из них из личной коллекции известного симбирского ульяновского художника Дмитрия Ивановича Архангельского. Любовь к вышивке у него сохранилась с детства. Ребенком он часто и подолгу рассматривал цветные узоры для вышивок и рукодельные кружева матери. У него в воспоминаниях есть такой момент, что с весной, когда началась навигация на Волге, сюда поплыли пароходы с купцами, они везли разные товары, и вот однажды к ним в дом постучалась кружевница, которая предложила посмотреть свой товар. И он, выйдя, осмотрев, попросил ее отмотать вот наиболее как бы древние образцы кружев. И вот фрагменты этих кружев мы тоже здесь представляем. Выставка будет работать на цокольном этаже музея до 24 декабря. Ирина Антонова, новости Ул Правда ТВ.